Помогает, потому что может. Екатерина Бабурина заведует литературной частью в Театре оперы и балета. Сейчас девушка на самоизоляции и решила зря времени не терять. Екатерина стала волонтером акции «Мы вместе». На своей машине она отвозит пожилым и одиноким людям продукты. Продукты, лекарства, передача вещей в больницу. Несколько раз в неделю. Может быть, один адрес, а может быть, 8. Путь добра начинается отсюда. Здесь волонтеры собирают продуктовые наборы. Крупы, растительное масло, печенье. Сегодня волонтеры собрали набор для Маргариты Поповой, женщине 90 лет. Говорит, не ожидала, что на ее просьбу так быстро откликнутся. Продукты волонтеры привозят в масках, перчатках, в квартиры не заходят. Спасибо великое, ребята. Дай Бог вам здоровья. В Самарской области почти 3000 человек стали добровольцами акции «Мы вместе». Присоединиться к ним может любой желающий. Для этого достаточно зайти на официальный сайт и оставить заявку. Мария Илчан, Максим Гусев, События.